Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем Assassin's Creed 2. Так, история. Начать новую. Так, имя у нас. А какое другое? Только такое. Меня зовут Дезмонд Майлз, я военнопленный. Это война, о которой я ничего не знал. Ее ведут те, кого я считал давно исчезнувшими. Тамплиеры и ассасины. Анимус показал мне истину. Я столько видел, столько пережил. Тысячи лет истории текли по моим жилам. И все благодаря этой машине. Они используют меня, чтобы найти какую-то вещь. Они называют ее яблоком. Это некий артефакт, одна из многих частиц Эдема. Эти артефакты позволяют тамплиерам удерживать власть. Попадет в руки тамплиеров, это изменит весь мир. Они хотят поработить всех нас. Когда они привели меня сюда, я боялся сопротивляться. Но теперь меня страшит то, что случится, если никто не будет им противостоять. Правда, я не могу бороться с ними в одиночку. Может, это и не нужно. Я встретил одну девушку, Люси. Кажется, она на моей стороне. Сейчас ее нет. Ее увел этот гад, Уоррен Видик, и его хозяева-тамплиеры. Я не знаю, что с ней станет. И что станет со мной. Я знаю только одно. Мне необходимо выбраться отсюда. И как можно быстрее. Меня зовут Дезмонд Майлз. Вот моя история. Дезмонд. Ну так. В первой этой части, да. Это вот окончание первой части. Нам пора. Люси, где ты была? Почему они... Пошли. Так. Надо настроить управление. Прекрасно. Управление. Настроить управление. Ну. Так, понятно. Все надо настраивать. Так. Управление. Сюда, Дезмонд. Вроде настроил. Ну, не точно. Залезай. Откуда кровь? Ты ранена? Слушай, у нас всего минут 10, пока они не поняли, что случилось. Если мы не успеем убраться отсюда... Мы уезжаем? Дезмонд, я отвечу на все твои вопросы. Позже. А сейчас просто замолчи и делай, что тебе говорят. И залезай, наконец, в Анимус. Ладно. Торопись, Дезмонд. Давай, лезу. Куда мне деваться-то? Так, объект 17, Дезмонд Майлз. Объект 16, секретно. Поиск данных. О воспоминании. Ну, давай, найдено совпадение. Тяжелый роды. Да не уроды. Спинди. Тушься, тушься. Приново. Еще. Си, браво. Это мальчик. Это я. Что, классно? Любовь моя, ми диспьяче. Я был в банке. За мной послали. Я не опоздал? Почему дай половина на испанском? Джованни. Джованни. Любовь моя, все будет хорошо. Tu sei un auditore. Sei un combattente. Ты аудитор, ты воин. Perciò. Так, борись. Combatti. Так. Ножки. Ручки. Давай.
Что тебе еще надо? Голова. Все. Послушайте, вот это глотка у парня. И как мы назовем его любимый? Эцио. Эцио аудиторе де Ференце. Вставай, идем. Минутку. У нас нет времени, Дезмонд. Надо идти. Так, надо идти. Так. Давай, Дезмонд. Мы готовы к приключению. Так, ну. А что стало с твоим халатом? Давай. Что, на совсем сваливаем, да? Она в крови, ты что, не видишь, что ли? Похоже, у Абстерга какие-то чокнутые дизайнеры. Она всегда в крови, раз в месяц. Тише. Целую неделю. За мной. Эй, нас вам спалили. Нельзя заходить сюда. Откройте дверь! Да, можно. Вызываю подкрепление. В лабораторию проникли посторонние. Повторяю. В лабораторию проникли посторонние. Уходим, скорее. Стеклянные стены. Мило. Бежи. Протирать. Вот они! Не дай ему идти! Сейчас она наваляет. Раз, два. Опа, моя школа. Я всегда с ними так. Палкой-аналкой. Черт! Да по зубам. Повезло, что не дедлоком. Ты только посмотри на это. Пойдем, пойдем. Я залез. Видите, нам теперь вниз вон туда надо. А как же камеры? Я включила старую запись. А как, по-твоему, мне удалось скрыть от всех твои ночные прогулки? У тебя талант. Да, все так говорят. За нами погоня. Нужно торопиться. Сейчас выскочим. Сейчас как выпрыгнем. Осторожно. Давай. Вот первое испытание. Нам нужен лифт на той стороне комнаты. Делай, как я. Не привлекай внимания. Лучше не лезть в драку. Блин, нет, поверху не получится. Это так хотелось. Это что, анимус? Большой, не правда ли? Не отставай. Ой-ой-ой. Что за... И сколько их тут? Подожди. Что? Это анимусы или анимы? Ты как думаешь, Люси? Люси, зачем им столько? Блин. Дезмонд, заткнись, мать твою. Пожалуйста. Давай, хрень, вот так. Черт, я думала, что карточка подойдет. Похоже, это другая система, а кода у меня нет. Надо сейчас за охранником идти. Подожди. Нажми любую кнопку. Черт. Ну, в другую сторону. Давай же. Опа. Как ты это сделал? Я не знаю. Ну как? Идем. Секрет. Периферийное зрение было замечено. Не одно, так другое. Движение, тем молекул. Кто был там в анимусе? Объект 16? Эцио, Ауди... Ауди кто-то? Мы ошиблись. Поэтому надо выбираться. BMW был. Опасность исходит не от Видика и тамплиеров. О чем ты? Расскажу, когда приедем. Куда? Так. Бой. На! Да. Бум. Да. Как так-то? Почему вдвоем-то меня долбите? Да. Вон она там их уже как бог черепаху разделала. Да. Ну, по мордам ему. Я хотел помочь. Ну ты круто, я скоро стану еще круче. Мне в багажник? Шутишь? Для твоего же блага.
Эх, знал. Почти прибыли. Ты. Хорошо, что не в разных мешках еще. Просто в багажнике. А ведь могло быть и в разных мешках. Вот почему багажник оббивают мягким. Чтобы возить меня было удобно. Да. Пока донесет меня, там котлета уже будет из меня. Спасибо. Это было классно. Ездить в багажнике, биться обо все углы. Я сюда. В восторге. Ладно, не так, ты объяснишь мне, что происходит? Мы спасли тебя не просто так, Дезмонд. Ясно. Нам нужна помощь. Это понятно. Так, лишние разговоры, это все это... Давай, давай. Следуй за мной. Хорошо. Ты только шевели батонами. Я уже здесь, а ты где? Ты еще только поднимаешься по-любому. Для чего? Искать очередные сокровища? Абстерго заменит яблоко Эдема. Карта, которую ты нашел, тому подтверждение. А ассасины, они сделают все, что в их силах, но... Что? Сюда, Дезмонд! А я-то здесь. Мы терпим поражение, Дезмонд. Тамплиеры слишком сильны. Каждый день мы теряем кого-то из наших. Все равно не понимаю, при чем тут я. Мы обучим тебя. Ты станешь одним из нас. Ты же видела меня в деле. Я ничего не умею. На это уйдут месяцы, нет, годы. Нет, ты забыл про анимус и эффект просачивания. Но я же простой парень. Иногда большего и не нужно. Так вот почему вы нашли моего предка. Как там его зовут? Эцио? Если ты пойдешь Аудиторе. По его следам, то научишься всему, что умел он. За несколько дней ты приобретешь многолетний опыт. Ты вытащила меня из Абстерго просто для того, чтобы сделать из меня ассасина? Дело не только в этом, но сейчас у нас нет времени на разговоры. Просто верь мне. Ладно, уговорили. Что именно вам нужно? Правда? У меня такое чувство, что он косоглазый немного. Ты же радоваться должна, разве нет? Извини, просто я немного удивлена. Я всю дорогу думала, как мне тебя убедить? Забудь. Я горю желанием посчитаться с этими ублюдками из Абстерго. Спасибо. Так. Знакомься с командой. Люси! У тебя получилось? О, какими судьбами! Боже, ведь 7 лет прошло невероятно! Да уж, добро пожаловать. А, так это и есть наш знаменитый объект 17. Дезмонд Майлз, верно? Кто вы? Где же мои манеры? Прошу прощения, я Шон Гастингс. А это Ребекка Крейн. Рада знакомству, Дезмонд. Что ж, мы отлично поболтали, а теперь, Дезмонд, давай перейдем к делу. Время дорого, а сейчас и подавно. Люси, у нас уже все готово. Только скажи, и мы начнем. Вот, это тебе. Сувенир из Абстерго. О, блок памяти! Невероятно! С их данными дело пойдет гораздо быстрее. Я сейчас же займусь кодом. Давай, вот. Пустая болтовня, придется с ними болтать. Эй, Дезмонд, как дела? Я все думаю, что ты здесь делаешь? Забочусь о малышке. Поддерживаю ее в рабочем состоянии. Малышка? Ты об анимусе? Я предпочитаю называть ее анимус 2.0, так как малышка в два раза лучше любой машины Абстерго. Может, у тамплиеров денег побольше, чем у нас, но зато у них никаких амбиций, никакой страсти. Мои устройства гораздо лучше, чем изобретение тамплиеров. И к тому же быстрее. Ладно, как будешь готов, садись, и мы начнем. Мне нужно еще кое-что поправить. Так, давай, я вот готов, по идее. Говорю, это все болтовня. Ага, вот со всеми поговорить. Говорю же, блин, ну ничего хорошего они мне не скажут. Так, где они? Прячутся. Так, там никого не... А, вот. С ней тоже поговорить надо. Эй, слушай, я хотел поблагодарить тебя.
И извиниться. Извиниться? За то, что произошло в Абстерго. Это было просто... Я был не готов. Все нормально. Нет. Я столько испытал. Узнал, что тамплиеры еще существуют, об их планах. Что сделано, то сделано. Сейчас ты здесь, остальное не имеет значения. Хорошо. Так. И вот последний член экипажа. Давай. Зачем нужны все эти штуки? Эти штуки, Дезмонд, сущая ерунда. Просто железки, на которых держится вся наша операция, знаешь ли. Поддерживать все в рабочем состоянии не так уж просто, так что извини, ознакомительного тура не будет. Шон заведует нашими архивами. Это что-то вроде цифровой библиотеки. Пока ты будешь в Анимусе, он подстрахует меня тут. Если заметишь что-нибудь интересное, людей, места, события и так далее, сообщай нам, и Шон даст тебе справку из базы данных. Да, но я занимаюсь не только базами. Еще я предоставляю тактическую информацию другим ассасинам. Знаешь, тем, которые делом занимаются. Рискуют жизнью и все такое. Все, теперь могу идти к Анидусу. Давай, погрузимся в старину, в эпоху первобытности. Так когда как это работает? Все можно было. Конечно. Глубокий вдох. Что, малыш, больно было? Шон! Ну? Ох, через пару сеансов я тебе наваляю. Вот так. Так больно будет тебе. Итак. Провал в прошлое. Давай. И знакомство с братом, если я не ошибаюсь. Могу ошибаться. Сейчас мы с ним на перегонки ломанемся. Кстати, вот этот собор все еще стоит. Да. Была реконструирована вот эта графика по тем улочкам, которые были на чертежах. Италия, если я не ошибаюсь. Тут нет Ромео и Джульетты-то были. В Италии? Или где они там были? Венеция? Чё? Не знаю. Так это я. Insieme per la vittoria! Пока еще без шрама. Тише, друзья мои! Тише! Спасибо. Знаете, что привело нас сюда? Честь. Вьери Паци оклеветал мою семью и свалил на нас вину за свои преступления. Если... Что ты мелешь, Грулло? Давайте. Добрый вечер, Вьери. Мы как раз говорим о тебе. Не ожидал увидеть тебя здесь. Обычно Паццы действуют чужими руками. Это твоя родня зовет стражу, попав в беду. Боишься сам взяться за дело, трус. А твоей сестре понравилось, как я тогда за нее взялся? Так. Убейте его! Вот булыжником мне прилетело и шрам. А чем зубы не выбило? Давай. Мы хотим взять тебя. Опа. Такое прекрасное тело погибнет от пары ударов. Так, опа, опа. Опа. Да что это? Оп. И вот этого еще. Я вроде своего вырубил. Так. Нормально. Эй, обернись. Федерико, что ты здесь делаешь? Хотел узнать, научился ли мой братишка драться. Ну, как видишь. А, люлей отвешиваю. И? На раз-два. Стиль у тебя есть. Но здесь главное выносливость. Посмотрим, скольких ты сумеешь одолеть. Так, ладно. Оп.
И... На. Да я скольких уже побил. На. Опа, опаньки, да, потушеньки. На. На. Так, подожди, подожди. Добиваем его лежачего. По орехам ему. Вот так. Отбив. Почти вырубили. Так-то вам. Ну давай. Вот так вот. Назад! Нормально. Назад! Продержались. Многих умотали. Стой! Мы же почти победили. Твоя губа. Просто царапина. Это решит доктор. Это ни к чему. Кроме того, мне нечем заплатить доктору. Все спустил на вино и женщин, а? Не спустил, а потратил с пользой. Дашь мне в долг? Или ты тоже все спустил? Ладно, сейчас разбогатеем. В карманах что-нибудь да найдется. Так. Какая тут шарит-то? А, вот она. Так. Так. Ну, давай, обшаривай. Так, я же говорил, бедными мы не будем. Уходим. Так. Торопись. Чем раньше мы закончим с доктором, тем скорее ляжем спать. Пойдем к доктору. Так, мне что надо принять? Бежим к Пилюлькину. Так, вы удерживаете, чтобы бежать. Блин. Вот так вот надо, чтобы бежать. Точно, их же две надо задерживать. Опа. Тебе нужна медицинская помощь? Да, мне нужна медицинская помощь. Бентровато, доктор. Почему? Фрателли аудиторы. Аудиторы. Неудивительно. Вы скверно выглядите, юноша. Ничего, пустяки. Спасите его. Смазливое личико — это все, что у него есть. Маска чумного доктора. Вот это ты. В этот клюв набивались травы, чтобы запах... Готово? Гадкий. А теперь выметайтесь. Грация. Сюда. Так, куда? Ну и ночка. Вот если бы все остальные были такими же. А, стой. Ведь так и есть. Нам пора домой. Отец, должно быть, пытается понять, куда мы пропали. Да. Пойдем? Не хочу получить от него нагоняй. Может, на перегонки? Куда? На крышу вон той церкви. Давай, принять. На счет три. Уно, дуэ, тре. Тебе еще оп. Учиться и учиться. Давай. Вперед, черепаха. Ты думал, я потуда побегу? А вот нет. Ну давай, сюда. Я отдельным путем побежал. Увидишь. А многие за ним поди побежали потуда. Нет. Можно вот напрямки. Это же ниндзя. Своего рода. Так, вот здесь по закрытым-то не пролазит, а вот здесь вот по открытым лезть. Сейчас оглядимся. Давай. Наша жизнь прекрасна, брат. Конечно. Великолепно. Кто бы сомневался. Вот бы она не менялась. И никогда не меняла нас.
Ubisoft представляет Assassin's Creed 2. Ни больше, ни меньше. Два и все. Ладно, хватит. Нам в самом деле пора домой. Идем. Стой. Что? Эцио, дай Кристине поспать. Она сможет выспаться потом. А. Вот такое, да. Конечно, принять. Оглядимся. Вот такая у нас территория, да. Мы только небольшой участочек опять оглядели. И прыжок Веры. Кацо, это Вьери. Нужно спрятаться. Ищите! Он не мог далеко уйти. А как вы меня вообще нашли? Теоретически даже. Так. Вот они. Какие. Давай. Наверное, заключил какой-нибудь. Ну, во-первых. Сумки. Выбрать сумки. Так. Мы все берем. Давай. Так. Покрасить одежду. А нельзя пока. Приходите еще. Ничего страшного. Тут у нас еще одна вышка. Она недалеко. Которую посещать надо вообще все вышки. Карту открывать. Как ты, как слепой котенок, бегать-то будешь? Вот так. Если ты не знаешь, куда ты бежишь. Поднялись, подтянулись, сели, осмотрелись. Все легко и просто. На упражнение. Раз, два, три. Закончили. Да, мост, второй мост. Ага, а мне туда, кстати, и надо. Ну, теперь здесь закупимся, давайте. Ремонт не надо, доспехи. Нету оружия, пока нету короткое оружие, боеприпасы, ничего. Ну, может, пока в нету. Другой раз. В начало игры. Зачем этот петух? Зачем этот? Вы не поверите, насколько низкий у нас. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Почти. Привет. Позволь мне подобрать. Всех о том, что у него самая свежая рыба и самые низкие цены в городе. Прибежали, нет? Сейчас. Перестанут искать. Следующих двух недель в полях к северо-западу. И мы тут без палева под окошко. Кристина! 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 Кто здесь? Я! Как его ты ждала еще? Эцио! Я так и знала. Можно войти? Ладно, но только на минутку. Больше мне не нужно. Это точно. Я не то хотел сказать. Да, ты меня опозорила сейчас, блин, в глазах всех. Иди сюда. Вот так и выражайся. О, потом. Эцио. Так. Не надо ничего нажимать. Пусть все идет своим чередом. А вот теперь да. О, Эцио. Я такой. Итак, многие хотели что-то увидеть еще, но я сейчас свечу задую. Вот и все, что вы увидели. Вот такой обломщик я, да? Так. Кстати, голуби на крыше. Кристина! Это места обозначают какие-то, я уж не помню. Свелья! Скоро придет твой учитель! Ну же, дочка, это совсем не страшно. Так, штаны в руки и бежать. Я Дункане! Что это? Пердоната, месери! Кьеду Веня! Я убью тебя! Ну что вы, в этом нет необходимости. Стража, стража! Волю ласу атеста! Отрежьте ему голову! Не нужно применять силу! Тихо, тихо, тихо! Я сейчас...
Ага. А вы меня с кем-то путаете? Подожди. Ей нужна была чья-то помощь. Пока меня потеряли из виду. Подождите. Это новый способ знакомиться. Все, сейчас они уйдут. Опаньки. Так. Уходят. Так, Пилюлькин. Свежие пиявки. Лекарство. Так. Купить. Все. Вот и все. Заходите еще. Так, это у нас с другой стороны. Появилось ли оружие? Я нашел новых поставщиков. Товара нет. Нету товара. Может, в другой раз. Чао. Хорошо. Нет, мне так зачем там прыгать-то? Это заметные действия, это ноги. Батя. Открыть базу данных. Джованни Аудиторе был одним из самых блестящих банкиров Флоренции 15 века. Он координировал работу отделений банка Медичи по всей Италии, пока Лоренцо занимался политикой. Именно Джованни, занявшись деятельностью банка в других странах, заметил бедственное положение Лионского отделения, предупредил Франческо Сассетти и тем самым спас банк. Такой талант был должным образом вознагражден. Джованни Аудиторе стал близким другом и советником Лоренцо Медичи, а в 1471 году он успешно провел переговоры с Папой Римским, убедив его оказать поддержку банку Медичи. Благодарный Леонардо подарил Джованни дворец. А, благодарный Лоренцо подарил Джованни дворец. Доброе утро, отец. Пойдем со мной. Пойдем. Что-то случилось? Думаешь, я слепой и глухой? Я знаю о твоей вчерашней стычке с Вьери Пацци. И о визите к Кристине тоже. Твое поведение недопустимо. Ты такой же, каким был я в твоем возрасте. А эти приключения не помешают тебе работать? Нет, отец. Честное слово. Я подготовил несколько документов для Лоренцо Медичи. Их нужно ему доставить. Хорошо, отец. Отнеси их и возвращайся. Хорошо, отец. Принять, конечно. Я все сделаю, как ты хочешь. Так. Счастливый день. Товара нет, карты, сокровища. Вот, кстати, сокровища тоже. Это такая привязка, которую надо собирать и тому подобное. Это полное. Это спасибо вот за покупку. Время убивания. Исцеляю всех божьих тварей. Так, а мне в другую сторону. Прошу прощения. Я первоначально даже шел. Да. Грубиян. Ну что ж поделать. Из-за вашей глупости мои фрукты превратились в камень. Осторожно. Так. Изделия из металла. Любое оружие. Видите, карта закрыта, и, блин, неудобно. Где можно посмотреть? Вот. Где можно посмотреть. Давай, опа. Поднялся. Макафа. Он в своем что уме. Что за Макафа? Внимание. Макамаза. Ра Донато напоминает всем добрым христианам о долге. Нет. Пожету не можно. Давай, вот сюда. Входа в монастырь в любой день. А, ну вот. Сейчас себе немножко облегчим обзор. А это не видно, куда ступаешь.
Ну так. Крытый мост. Кстати. На. Вон вход, видите? Так, сюда. Я уверен, у меня есть то, что вам нужно. Ага. Может, в Филане или... Что такое? На. Блин, так я бы мог по-другому, да, еще пролезть. Вот, голуби. Стоять. На. Откуда он? Кратчайший путь. А, Эцио, бен тровато. Как поживаешь? Здорово. Коме семпре. У меня письмо для мессера Лоренцо. Я дам ему письмо, когда он вернется. Вернется? Они уехали на виллу в Корреджо и вернутся не раньше, чем послезавтра. Я передам отцу. Все. Миссия сделана. Сваливаем. За ворцами я охотиться не буду, там кроме денег нету ничего интересного. А денег у меня хватает. Это же игра. Это в жизни не хватает, в игре хватает. Тем более, учитывая, что жрать ему здесь не надо покупать. Так что денег ему тем более не надо. На обмундирование, если только. Опа! Оп. Какой у меня большой дом. Хоп! Ага, я знал, что допрыгну. На. Так. Продолжай работать, да, Искера. Так. Ты напрасно беспокоишься. Сейчас уберем его. Франческо Пацци в тюрьме. Опасность миновала. Опасность не миновала. А, здравствуй. Злой рок. Навис ты помнишь моего друга Уберта? Доброе утро, гонфолоньер Альберти. И вам, молодой человек. Надеюсь, ты доставил письмо? Да, отец. Но, похоже, Лоренцо нет в городе. Хм, этого я не ожидал. Какая разница? Подождешь пару дней. Послушай, тебя искали мать и сестра. Через некоторое время у меня будет к тебе еще просьба. А сейчас помоги им. Ты уверен? Да, а теперь оставь нас. Да, без проблем. Был рад тебя видеть, отцо. Так. Мать и сестра. Они где-то здесь были. Вот она. Эцио! Эй, Клаудия, как дела? Бене. Что случилось? А, это Дуччо. А в чем дело? Кажется, он мне изменяет. Кто тебе сказал? Девочки. Я думала, они мои подруги. Тебе не стоит дружить с ними. Я его любила. Нет, ты только думала, что любишь. Он поплатится за то, что сделал. Да без проблем. Жди меня здесь. Я поговорю с ним. Сейчас, я вернусь, подожди. Имя. Имя сестра. Так. Что, у тебя ничего не появилось? Не. Нет. Тебе нужна медицинская помощь? Ладно. Да пошли вон. У меня тут срочное дело. Вот где тут вышка? Вышка, вышка, вот она. Так. Подходите, друзья, с тех пор, как открылись новые шахты, мои цели давай рухнули. Раз, два, три. На вышку лезем мы. Вперед, вверх. Эцио аудиторе. А ты же нет, ты же где? Блин, забыл, ты же как-то звук.
Так, карта обновлена. Вот. Блин, мне прыгать стоит, не стоит. Ну, давайте. Ой-ой-ой, надо быстрее пробегать. Беги. Беги. Зачем этот капюшон? Хочу! Он там! Блин! Он уходит! Вот он, бейте его! Если вы не прекратите, что значит бейте его? Подходи, не стесняйся. Оп! Куда он делся? Похоже, он хорошо вооружен. Какой вообще безоружен? Черт! Я не вижу его. Так, зона пока недоступна, ладно. Вау, разбился. Нет, нет. Доброго дня. Еще один кондотьер. Диву да чай. Сейчас, подождите. Они уйдут. Все? Все. Давайте, упрыгивайте только. Не надо рядом со мной ходить здесь. Вот он, шпион. Как ты думаешь, откуда он? Из Неаполя? Так, бежим, бежим, бежим. Так, где-то здесь он, вот он. О, Дучо! Какое оно красивое! Для тебя только самое лучшее. Тоже глаза косят. Амор мио. Но как же Клаудия? Я думала, ты обручен с ней. Отец сказал, что мне нужна невеста получше. Господи, как ты с ним вообще можешь связаться? О, Бирбанте! Пойдем, уродец. Погуляем. О, у меня на уме кое-что другое. О, Дучо. А у меня что там, сантиметры, что ли, какие-то швейные на воротнике? Эй, ты, свинья! Эцио, друг мой. Да. Что за черт? Ты оскорбляешь мою сестру, разгуливая с этой шлюхой. А о чем ты? Сейчас получишь. Я видел, как ты подарил ей кольцо. Если бы твоя сестрица не дрожала так за свою честь. Ты разбил ей сердце. Ха! А тебе я разобью морду. Ну что ж, давай. Все в аудитории хвостуны. Но когда доходит до дела... Ты пожалеешь о том, что открыл рот. Я мог бы многому научить твою сестру. Ей повезло, что у нее был я. Бастардо! На. Так. О, позор! И лезь не в свое дело. Орехов. Сей морто! Вергония! Блин. Баста, не арендо. Че? Так, открыть базу данных. Компанила Джотто. Строительство этой знаменитой колонны в готическом стиле. Понятно. Держись подальше от моей сестры! Ужасно. Не дайте ему уйти! Так. А что вы сделаете там? Не дадите мне. Оп. Блин, сюда! Быстрее, залазим. Черт, он уходит. Да стой! Нифига себе, меня сбили как. Какая смелость. Ладно, вас только трое. Думаю, быстро расправлюсь с вами. Эх. А, на эту вышку мне не забраться. Фергон, позор! Ну что ж. Ладно, идем сюда. Давай сюда, сюда, сюда. Так, нам надо сейчас... О, тут тоже кого-то можно избить. Эй, Эцу! Ладно, это все собиралки. А
Собиралки нам не нужны. Вот, козлина тоже. Давай, говорим. Что ты здесь делаешь, Петруччо? Тебе давно пора спать. Петруччо. Не нужны эти перья. Зачем? Секрет. Если я их достану, ты пойдешь спать? Да, обещаю. По поводу этих перьев. Я их не буду собирать все. Даже и не просить, я их никогда и не собирал. Потому что максимум, что он сделает, он не будет говорить потом. Какое-то время, а потом заговорит, вот и все. Где у нас перо первое? Сюда нам. Лезем. Так. Ой, у меня тут время еще. Кто же знал о времени-то? Так, так, так. Беги, беги. И еще. Успеем добежать. А, все, время-то. Ладно. Мне это не нравится. На. Подожди. Что, я-то гораздо сильнее вас. Так, ладно. Отложим. Я хочу... Так, где-то тут... Где вышка-то была? Где-то здесь недалеко она была. Давай, ползи. Какие милые облегающие штанишки. Обзорная вышка. Да вроде бежал-то не так далеко. Так, ну-ка. Вот сюда. Где у меня? Так. Давай, 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 ползи. Залезем. Осмотримся. Оп, оп. Да нет, здесь-то можешь слезть. Вышки-то надо как можно больше облазить, чтобы местность открыть. Местность открываем. Это аудиторы. Ну давай, расталкивай их. Да в сторону. Так, теперь сюда. Ускоряемся. Вот видите, недалеко было-то. Появились карты. Венец, Сиерник и Урбон. Он еще не покупает во время этих миссий. Ладно. Да нет, слазь. Что-то я не понял. Вот так. Вот, как и обещал. Граци, брат. Ты так и не сказал, зачем они тебе? Я скажу. Потом. Да нахрен ты мне нужен с этими перьями. Твои собиралки. Так же, как сундуки. Так, мать. Бонжорно, Эцио. Здравствуй, мама. Как ты? Сто бене. А ты? Отошел после вчерашнего? Бабене.
Понятия не имею, о чем ты. Ну, конечно. Все равно, мне нужно кое-что сделать. Пойдем со мной? Кон пьячере. Пойдем. Это недалеко. Так, вот единственное, что, да, будет приятная встреча. Так, базу данных. Ну, про мать мне сказали, что ты подрался с Вьери. Пойдем, пойдем. Подрался? Пожалуйста, не притворяйся. Он оскорблял нас. Видно же по роже. Я не мог этого так оставить. Ему приходится нелегко из-за обвинений, выдвинутых против его отца. Франческо Пацци негодяй. Так. Но даже я не предполагала, что он способен на убийство. Что его ждет? Полагаю, будет суд. Отец выступит на суде? Ему придется. Ведь доказательства у него. Жаль, что так получилось. Тебе нечего бояться. Да я все не хотят справедливости. Да только не получат. Ситуация неприятная. Но скоро все закончится. Все только начинается, и потому что игра-то только начинается. Да, она даже еще даже и не началась, если быть честным. Даже не началась. А говорю, только начинается. Вот это скоро закончится все. Какой закончится? Вот она, волшебная дверь. Ну, мы пришли. Давайте. Познакомимся с величайшим телом того времени. Привет, Леонардо. Госпожа Мария. Леонардо да Винчи. Это мой сын, Эцио. Мольто онорато. Лоноре мио. Я схожу за картинами и сейчас же вернусь. Почему половину на испанском они говорят? Он очень талантлив. Они вроде Imagine. Самовыражение – это очень важно для понимания жизни. Найди себе занятие. Мне есть чем заняться. Что-нибудь помимо блуда. В русском раньше были Мама. Французские слова вплетены. Значит, к вам домой? Си. Эцио, помоги Леонардо. А что, без рук, что ли? Эцио, чем ты занимаешься? Он помогает отцу. А, значит, станешь банкиром? Ага. А ты художник, верно? Художник. Если честно, сложно выбрать что-то одно. Живопись — это прекрасно, но мне кажется, что моим работам не хватает, не знаю, цели. Понимаешь? Я бы хотел заняться чем-нибудь полезным. О, так а вы бежать архитектурой можете. Или анатомией. Просто запечатлять красоту мира — это недостаточно. Я хочу изменить его. О, Леонардо. Ну, это прекрасная идея. Я уверена, что тебя ждет великое будущее. Хорошие мечты. Виринграцио, Мадонна. Благодарю вас. Спасибо за помощь, сынок. Да не за что. Можешь заняться другими делами. Обязательно. Было приятно познакомиться, Эцио. Надеюсь, мы еще встретимся. Анкио. Не сомневайся. Ты моим корешем станешь. Так. Заходим. Эцио, входи, сынок. Вхожу. Эти пакеты нужно доставить моим компаньонам в городе. А еще я прошу тебя сходить в голубятню и забрать сообщение для меня. Вабене. Я все сделаю. Вабене. Когда закончишь, возвращайся. Нам нужно еще кое-что обсудить. Сынок, постарайся избегать неприятностей. No problem. Что, я тоже знаю несколько слов. Не только вы там словами бросаться умеете. Так. Ну, давай. Так, давайте посмотрим по голубятням, что у нас. Да нет. Мне надо... Ага. Так. Ну, в принципе, без разницы, в каком порядке. Главное, с края начать. И поехали. Голубиная почта, если я не ошибаюсь, наверху. Поэтому, возможно, мне и не надо спускаться туда вниз-то. Давай.
А, нет, смотрите-ка, внизу где-то. Вон она. Оп. Оп. Какой ловкач, да? Все, и потихонечку слезли. Ты сынок Джованни? Нет, болван. Случайно этот парень выглядит точно как он. Давай сюда. Чего, ну на? Не волнуйся, парень, мы не заразные. По крайней мере, я. Да, подколол, молодец, красавчик. Ой, девчонка, хапни с ним. Веселый парень. Так, выполнены, так, одно из трех поручений. Ну, это быстро. Чуть-чуть ускорим процесс. Лечу всех. Бегать не по переулкам. О, этот наверху. Ограбил. Оп. Нет. Грабеж был произведен спонтанно. Сюда, я здесь. А что ты здесь делаешь? На крыше. У меня пакет от... Джованни Аудиторе? Да. За тобой следили? Нет. А что, должны? Зачем кому-то следить за мной? Дай мне пакет. Они выезжают ночью. Пусть твой отец поступит так же. Кто выезжает? Что происходит? Стой, вернись. Объясни мне. Так, ну, батя не послушаться, вот единственное, что. Блин, это плохо. Так. А где ты? Вот она, голубятня. Бери. Что он нам принес, голубь? Все. Так, альтернативную камеру удержите, чтобы включить альтернативную камеру. Ну я уж даже не знаю, какая это. Это какая? Так, смотрим карту. Ну, вот сюда вам потом еще залазить надо будет. Это вон там, вон. Точка обзора у нас. Все, сейчас домой. Рано нам еще туда. От того, что мы знаем. Хопа! О, смотрите-ка, ничего не произошло. Да, слезь ты. Маки, для чего этот данс дель дьявол? Ну-ка. Опа. Это было несколько безрассудно, друг. Заткнись. Так. Как это ты захотелось выпустить пар, да? Да. Ползи. И вот сюда. Вон она. Блин, это не та башня. Сюда нам тоже еще рано. Полетели, полетели. Там рано, там рано. Туточки, я туточки. Уйдите. С дороги, челядь. Этот тоже письмо доставить. Собиралка. Она не нужна. Итак, батя, мы прибыли. Отец? Федерико? Кто-нибудь? Мистер Эцио, простите, я не нарочно. Что случилось? Где все? Вашего отца и братьев отвели во дворец Синьории, в тюрьму. А моя мать и сестра? Эцио. Клаудия. Все в порядке? Да, но мама...
У нее шок. Она сопротивлялась, и они... Здесь небезопасно. Можешь отвезти их куда-нибудь? Да, да, к моей сестре. Хорошо, так и сделай. А я пойду к отцу. Осторожней, мессер Эцио. Стражники искали и вас. Хорошо. Но тем не менее, до бати мне надо добраться. Что мне говори? Известность. Ну, пока меня еще никто не знает, ладно. Подходите, картины друзья. Завезли, ты запарил. Ходи, ну ладно, может, в другой раз? Ладно, потом когда-нибудь. Здесь дороги. Так. Так, открыть базу данных. Ладно. Отходите, друзья! Свежая овечья моча и прибавки... Здорово. Чё, её хлебать, что ли? Ну, хотя я уверен, он именно так и скажет. Кажется, хлебайте свежую овечью мочу. Индийские болотные пиявки исцеляют почти тюрьма. Все болезни, возвращают бодрость и омолаживают. Вот она, тюрьма. А туда пройти мы можем. Так. Ну, по идее, так можем пройти. Опа. Залазь. Теперь сюда. Вот это грёбаное перо, которое... Опа. Кажется, у меня есть дела поважнее. Видали, как я могу? Слезай. Хочу! Вот там! Взять его! Да подожди ты! Остановите его! Подожди. Так. Батя где-то выше, наверное. Ну, мужику по сусалам просто так достался. А вот точно выше, смотрите. Вот она. Вот какой я ловкач там. Смотрите. Опа. Эцио. Врачи все так власть имели. Что случилось? Они избили меня, но это ничего. Что с матерью и сестрой? Они в безопасности. Их увела Анетта? Да. Постой. Ты знал, что это произойдет? Я думал, что все будет несколько иначе. И не так скоро. О чем ты? Объясни мне. Нет времени. Слушай внимательно. Возвращайся домой. У меня в кабинете есть тайник. Постарайся найти его. В тайнике сундук. Забери из сундука все. Кое-что в нем может показаться тебе странным, однако все это важно. Понял меня? Да. Хорошо. Кроме всего прочего, в сундуке ты найдешь письмо и документы. Бумаги нужно отнести миссеру Уберто. Сегодня утром он был у меня. Гонфолоньер, я помню. Но объясни мне, что происходит? В этом замешаны паццы? В голубятне была записка для тебя. В ней... Иди отсюда. Уходи. Так, сваливаем. Так, а я думаю, что... Думаю, что там есть еще место обзора. Сейчас мы это проверим. Давай, давай, ползи, ползи.
Так. Высоко, не правда ли? Во, место обзора, я же говорил. Давайте посмотрим эту местность. Величественно, да? И... Оп. Блин, как ты еще в телегу попал с такого-то расстояния? Так, спокойно, спокойно. Заходите все, кому нужна помощь. Здесь так просто их не победить. С этим мы будем потом справляться, когда уже вооружимся. Теперь бежим просто в дом. До дома, до хаты. В следующих двух недель в полях к северо-западу от города будет стоять отряд наемника. Да. Самый кратчайший путь — это прямая между двумя точками. Вот так вот, не зря в школе учился. Тут что-то пригодилось. Так, и как мы уже помним, отсюда прыгаем туда. И слазим, слазим. Да нет. Оп. Все, и незаметно от всех. Отец сказал, что здесь есть дверь. Так. Используйте орлиное зрение. Так. Вот она. А вот сундук, который мне нужен. Давайте откроем его и взглянем на свой костюм. Нравится, да? Мне тоже. Ну все, теперь я официально ассасин. Раз принял их герб. Только сам еще. Нужно об этом... отнести это мессеру Уберту. Не знаю. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Можете нажать на колокольчик, чтобы узнать оповещение. Предатель! Эй, уберите мечи. Давай. Вы же хотите арестовать меня, да? Нет. Нет, да так нет. Чего ты хочешь? Мы тебя сожжем заживо. Чтобы ты умер. Ну, этому не бывать. Оп, опа. Может, обсудим другие варианты? Так. Все, никого нет, никто вам не придет на помощь. Ну вот и все. Вот и поговорили.